В драмтеатре имени Жусубека Имаутова состоялась премьера спектакля «Концерт Ашамши». Представление посвящено жизни знаменитого казахского композитора. Автор постановки поделился с нашей съемочной группой и другими деталями. Известный в народе как король казахского вальса и автор гимна Казахстана Шамши Калдаяков написал более 300 песен о том, как рождались его произведения и повествует спектакль. Мы видели много кинофильмов, спектаклей о Шамши Калдаякове. В Казахстане немало постановок, посвященных творчеству музыканта. Не совру, если скажу, что представление Шамши сейчас идет в 5-6 театрах. В конце концов, оценку дает зритель. Признаюсь, я очень нервничал перед премьерой. Прежде никогда не мог досмотреть спектакль полностью, выходил на улицу. Но в этот раз я сидел в зрительном зале от начала до конца представления. Внимательно наблюдал за всем, что разворачивалось на сцене, чтобы при обнаружении каких-то шероховатостей на будущее я мог их устранить. Всего по сценарию артисты исполнили 19 песен Шамши Калдаякова под аккомпанемент симфонического оркестра. В главной роли выступил деятель культуры Республики Казахстан Бейбит Шаним. Это история о жизни Шамши, ее ранее неизведанных гранях. К примеру, знали ли вы, что он был человеком с большим чувством юмора? Он много шутил. Что бы ни случилось, он никогда не жаловался окружающим. Все свои переживания отражал в песнях. Если вы послушаете его музыку, то услышите о его чувствах, лежащих в глубине человеческого сердца. Это то, что ему было сложно выразить просто словами. Внутренний мир поэта не оставит никого равнодушным, уверены создатели спектакля. Ведь в своих музыкальных шедеврах автор затрагивал до боли знакомые каждому понятия, такие как материнская любовь, отцовская забота, искренние чувства. Повторный показ представления Шамши о жизни и творчестве, взлетах и падениях, о музе и любви и других фактах о судьбе короля казахского вальса Шамши Калдаякова павлодарцы могут увидеть 15 июня в 17:00 в театре имени Жусубека Имаутова. Дарья Жумабекова, Жулдыз Кабылденова, Алексей Мехедов, Ертес Ахпарат.